Совет Безопасности экстренно собирается на закрытые консультации. Вопрос один. Ситуация в Ливии. Вот уже несколько дней, как было решено на предыдущей встрече Совбеза, войска коалиции силой пытаются добиться порядка в чужой стране. Другие государства сейчас спешно распределяются, кто за такой решение. Падают в Ливии бомбы, вор, террорист, лицедей. Хочет загнать в катакомбы вольных арабских людей. Стелется дым над Бенгази, к Триполи рвется Кагал. Не покоряется зверю вождь и боец Муаммар. Под козырек принимая, глядя Америке в рот, колониальная стая вышла в разбойный поход. Но глобализма из чади здесь ожидает кошмар. Бог не в силе, а в правде. Правда с тобой, Муаммар. Шавки, наемники, мафии прошлым фашистам под стать. Но никогда им Каддафи в рабство к шайтану не взять. Воины духа и чести веру родную хранят. Огненной праведной местью очи героев горят. Вера, любовь и свобода не продаются врагам. Там, где в святых у народа мученик, воин, Саддам. Ни корабли, ни ракеты, нефтевалютных жрецов не принесут им победы над поколением бойцов. Евроуроды, пижоны, не за горами ваш крах. Ваши позорные жены вас еще встретят в гробах. От расплаты заокеанский пиндос в суперпрограммах НАТО. Скоро случится спрос. Смелый к победе стремится, смелым дорога вперед. Смелого пуля боится, смелого штык не берет. И смертью ворвется к тем, кому в войнах везло. Меч Немезиды над ними на волоске висит. Кровью своей захлебнется в собственном доме бандит. Битва за родину свята. Нацию надо любить. Честь вам, герои!